Добрый вечер, друзья. Начинаем прямой репортаж с главного стадиона Северной Лиги. Репортаж о матче 11-го тура. И это центральная игра уикенда. Динамо и Интер выходят в центр поля. Выходят вместе с главным арбитром сегодняшней встречи Владимиром Коржевским. Команды, которые занимают лидирующие позиции в чемпионате. Ну, динамовцы безоговорочно пока на первом месте. Интер в группе преследования. Интер на третьей строчке. О турнирных раскладах поговорим чуть позже. Но этот матч, безусловно, выделяется. Может быть, мы не выделяли его вот так вот до начала чемпионата, да, так заглядывая чуть вперед. Но по текущей форме, по текущей игре эти команды действительно самое сильное впечатление производят. Посмотрим, как сложится сегодня. Я вместе с вами буду наблюдать за этим матчем. Ваш комментатор Кирилл Разумовский. И время уже запущено. Так что побыстрее попытаемся выполнить все протокольные процедуры. И после этого посмотрим футбол. Футбол сегодня обещает быть достаточно бодрым. По крайней мере, настрой у соперников соответствующий. Динамовцы не желают упускать лидерство. Интер стремится доказать, что его позиция временная. На самом деле, эта команда претендует на чемпионский титул. И даже в первом круге, который только квалификационный такой по своему статусу, будет доказывать и будет пытаться занять место максимально высокое. В первом круге это про Интер. Я вот такую витиеватую фразу сейчас орудил. По составам давайте пробежимся. У Динамо в воротах Игорь Гришин, номер 30. Три защитника здесь без сюрпризов. В центре Евгений Корнилов, номер 3. Слева Илья Чижиков, 6. Справа Кирилл Орлов, 18. Капитан команды. В центре поля 7 номер Дмитрий Голышев. На флангах Никита Митин, 79-й. И Павел Фарафонов, 9-й. И впереди Валерий Леонов, номер 11. Вот такой состав. Сразу бросается в глаза отсутствие Андрея Тынянова. Он получил повреждение. У него травма колена. Будет какое-то время восстанавливаться. И динамовцам не поможет. Ну и вот такие перестановки Голышев-то на всех позициях уже поиграл в своей карьере. И в «Динамо», в том числе и последним защитником, и на фланге был. И впереди, естественно, на своей основной позиции. Но вот сегодня в центре поля, потому что нет и других футболистов, которые бы эту роль могли исполнить. Нет братьев Имрековых, сегодня нет Дениса Киселева. Ну, в общем, состав у динамовцев, пожалуй, не самый оптимальный в плане глубины. И, к сожалению, не случится сегодня дебют достаточно такой громкий, достаточно известного футболиста Андрея Пазина. Динамовцы заявили, футболист, который поиграл за Мордовию, за Краснодар, ну и с другие команды в том числе, но за Мордовию, пожалуй, такой самый известный, самый удачный отрезок у него в карьере был, но после этого момента сейчас Интер едва счет не открывает Григорян, но атака продолжается, и гол все-таки состоялся. Дмитрий Мечков добивает мяч в ворота вторым темпом, и 1-0 в конце третьей минуты. Гришин все сделал, чтобы спасти свою команду. Помогли и защитники. Митин вернулся в оборону и выбил мяч с линии, но вторая волна атаки, на подборе никого из нас не оказалось. Вторая волна атаки Интеру удалась. И Дмитрий Мечков, на самом деле, не так часто забивающий, но в нужный момент. Сейчас в нужном месте оказался, исполнил все мастерски. С места в карьер. И смотрим. Смотрим, что будет дальше. Здесь без нарушения правил и Голышева мяч отбирают. Контратака Интера 4 в 3. Лепаткин направо. Я еще даже состав Интера не успел представить, а уже и гол был. И несколько опасных атак. И первая тирада от Кирилла Орлова.
Про «Динамо» подробно поговорили. «Интер» представлю. В воротах Эдуард Батыгин, номер один. Три защитника. Николай Лепаткин, 17-й слева. Руслан Нахушев, 15-й в центре. Справа Константин Кадеев, номер 89. В опорной зоне Дмитрий Мечков, номер 6. И автор первого забитого мяча. На флангах атаки, ну или скорее в полуфлангах, будут действовать футболисты, потому что они не вингеры как таковые. Ну, если так можно говорить про Александра Рощина, у него номер 22, то к Владимиру Свежуку это, наверное, относится в меньшей степени. Вот он в «Интере» как Голышев в «Динамо» на разных позициях играет. И сегодня номинально на позиции левого полузащитника, но наверняка будет в центр смещаться. Собственно, и сейчас он в центре, даже ближе к правой бровке. Впереди Артак Григорян, номер 77. Что касается запасных, то у «Интера» тут, как всегда, практически полноценный второй состав. И у «Интера» все сильнейшие, все в наличии. Вот единственное, что, как и вчера, нет Александра Филимонова. Батыгин играет, но вчера Батыгин сыграл очень неплохо. И, в принципе, его уверенная игра позволила «Интеру» обыграть «Гефест», ну, во многом, да, естественно, полевые игроки голы забивали там и так далее, но вратарь полкоманды, это как известно. В остальном, конечно, тут большой простор для фантазии, есть варианты для усиления игры при необходимости, и просто для ротации, посвежее футболистов можно выпускать. В общем, у «Интера» ситуация получше, у «Динамовцев» все непросто, и я думаю, что сценарий совершенно не тот, который задумывал Антон Тимофеев и тренерский штаб бело-голубых. Ситуацию придется исправлять. Но «Динамовцы», вот чтобы было понимание, самая непропускающая команда чемпионата, меньше всех у них было, и меньше всех остается на данный момент, просто было меньше 10. Собственно, у одной только команды в чемпионате 9 мячей «Динамо» пропустило. У «Интера» после вчерашней игры 16 пропущенных, так что «Динамовцев» запас пока остается. Но, естественно, не по голам судят, а по набранным очкам. Можно проиграть 0-1. И, тем не менее, не досчитаться важных баллов. Что интересно, вот про турнирное положение я сказал, но как бы не завершился сегодняшний матч, команды при своих останутся. «Динамо» ни при каких обстоятельствах не опустится на вторую строчку и ниже, будет все равно лидировать, даже если проиграет. А «Интер» в случае победы все равно не сможет опередить ЦДК, он сравняется по очкам, но армейцы победили в чемпионате, и, собственно, одно из двух поражений на Радзуре как раз от ЦДК потерпели, и поэтому «Интер» будет третьим. Если же «Интер» выиграет, точнее, если же «Интер» проиграет сегодня, то все равно он останется третьим, поскольку у него преимущество по личным встречам над «Гефестом» и «Невой». В общем, вот этот мини-чемпионат в первой пятерке, он сейчас такое не самое большое значение имеет, естественно, но он служит своего рода лакмусовой бумажкой для того, чтобы сравнить команды между собой на этом отрезке чемпионата. «Динамовцы» две игры провели против соперников из топ-5, обыграли ЦДК 4-2 и обыграли «Гефест» со счетом 1-0. У «Интера» также победные поединки против «Невы» и «Гефеста» в активе. «Неву» обыграли в первом туре 4-2, «Гефест» обыграли вчера 3-2, но было поражение от армейцев 1-3. Вообще, результат «Динамо» в первом круге, наверное, это такой сюрприз в определенной степени. Все понимали силу этой команды и определенный класс. Но, наверное, можно говорить о том, что соперники пока еще не разогнались на полную. И далеко не факт, что такие результаты «Динамовцы» смогут показывать во втором круге. Но вот этот вот победный настрой и, скажем так, такой дух победителя, который приобретается постепенно, и он, безусловно, «Динамо» во второй части чемпионата поможет.
Ну и насколько я знаю, в общем-то, в команде не особо большое значение придают вот этой первой строчке, но тем не менее считают частью своей задачи на первый круг завершить его лидером. Все-таки для «Динамо» это почетно. «Динамовцы» так долго не лидировали еще никогда в своей истории, и остаться на первой квалификационной строчке даже при попадании в восьмерку — это все-таки достижение и определенный результат, хоть и промежуточный. Сейчас игра чуть-чуть выровнялась, хотя у «Интера» все равно небольшой перевес есть. «Динамовцы» за счет активности стараются от своих ворот игру отвести. И вот Валерий Леонов сейчас штрафной опасный зарабатывает. Примерно с этой точки Голышев забил ворота Гефеста. И сейчас мяч устанавливает. Для прямого удара. Посмотрим. Стенка из трех человек, но удар Голышева получился по силе достаточно приличным, но не по точности. Мяч и намного выше ушел, и еще правее. Пристрелка пока. Замены у «Динамовцев» уже идут. Алексей Ковалев появляется на поле, у него 15-й номер. И меняет он как раз Леонова. Относительно новое лицо в составе бело-голубых — Павел Фарафонов. Он совсем недавно появился в заявке и, в общем, уже пару игр провел, приятное впечатление произвел. В общем, это такой формата Никиты Митина футболист, резкий, быстрый, способный за счет дриблинга выйти на ударную позицию, ну и способный голевую передачу отдать. В общем, сейчас фланги у «Динамо» достаточно активные, достаточно резкие, и здесь, наверное, определенный резерв для усиления игры существует. Ну вот, проблемы в центре поля, конечно, пока достаточно глобальные. Тыняный очень здорово начал чемпионат. Ну и, собственно, в сегодняшнем матче играют все три футболиста, которые были признаны MVP месяца в Северной лиге. Артак Григорян был лучшим в августе, Андрей Тыняный в сентябре, Игорь Гришин в октябре. Так вот, потеря Тынянова — это, конечно, удар. Вот вроде в команде он совсем недавно, а уже забыли все, и болельщики, и зрители, специалисты, да и соперники, наверное, как «Динамо» раньше без него играл. Есть нарушение, Голышев фолит. В момент удара зацепил он ногу Свежука, и будет штрафной, очень опасный. Точки сейчас мяч устанавливается, а «Интер» здорово комбинировал на поступах штрафной Гришина. И здесь «Динамовцы» просто не поспевали за своими оппонентами. Руслан Нахушев устанавливает мяч. Он вчера забил со штрафного Гефесту прямым ударом. Правда, было подальше. И еще один у него был выстрел со штрафного, тоже достаточно опасный, но там Бурцев угрозу отвел. Посмотрим, как сейчас исполнит. Ну, то, что будет бить Нахушев, понятно. Опасно, опасно, но рядом со штангой мяч проходит. А кого-то зацепил, по-моему, из стоящих в стенке мяч по дороге, и Александр Рощин отправляется подавать угловой. У «Интера» вчера очень интересно, да, два мяча забил Кадеев, один Нахушев, все номинальные защитники. Угловой ни к чему не привел, у «Динамовцев» контратака может получиться, но сейчас уже ни о каком численном большинстве на чужой половине речь не идет, мяч штрафной, нет, это такая несколько наивная передача.
большое скопление игроков, и рассчитывать, что мяч пройдет, не приходилось. Откатывается бело-голубые к своим воротам. А Интер применяет прессинг, причем такой на три четверти поля, но достаточно эффективный. Ну вот, здесь удается мимо Нахушева протиснуться буквально Никите Митину. С прострелом защитники справились, но было опасно. Рафонов и Митин флангами поменялись вот так по ситуации, поэтому Митин слева оказался в этой зоне. Свежук опережает Орлова, но здесь Чижиков на подстраховке. Мечков, Свежук в направлении Григоряна. Пока у него не получается зацепиться за мяч. Здесь фол фиксирует Владимир Коржевский. Может быть, и рановато дал свисток, потому что атака динамовская продолжалась, но не увидел перспективы в ней арбитр, не увидел вот того преимущества, которое должен одноименный принцип обеспечить. И замены произошли. У Интера Свежук отправился отдыхать. Вместо него то вместо него сейчас разберемся. После штрафного, ух, опасно получилось. Это бил Чижиков, а там пытался Голышев переправить мяч в сторону ворот. У «Динамо» Александр Локтионов под 19-м номером. Он заменил Фарафонова как раз. Так, ну а это под 14-м номером Павел Сучилин. И он штрафной зарабатывает против Орлова. Защитник «Динамо» чуть-чуть по ноге задел своего оппонента. И опять точка-то убойная. Здесь желающих пробить побольше теперь под правую ногу. У «Интера» еще одна замена. Алексей Мишин вышел на поле, заменив Александра Рощина. Но сейчас не об этом. Сейчас, конечно, все внимание этому стандарту. Какой розыгрыш! Здорово сыграно! Опять подбор! Здесь несколько рикошетов. И угловой в итоге. Интер очень интересно сейчас этот стандарт разыграл. Интересно и неожиданно. Передача Николая Липаткина вызвала целую серию рикошетов. И два удара даже по воротам было. Можно сказать, что «Динамо» повезло. Подача. Мяч в воротах, но до этого было нарушение правил зафиксировано. Корнилова там не по правилам отмяча теснили. Даже не от мяча, от позиции скорее. Мишин бил из центра штрафной без сопротивления. Пока «Динамцам» тяжело этот прессинг разбивать и выходить в атаку. Будет ли полегче в дальнейшем, учитывая, что скамейка сегодня коротковата, вот это совсем не факт. Но, с другой стороны, вот за счет характера, за счет умения зацепиться за игру, закуситься так вот по-спортивному, мело-голубые могут попытаться «Интер» сдержать. Чижиков. Вперед передача. Валев назад. Ногам получает. Ну, «Интер» не стесняется тактику мелкого фола применять в центре поля. Игра вообще достаточно жесткая. Много таких эпизодов на грани. Но более или менее корректно все равно. Просто мужской футбол. Орлов в центре оказался. Назад отыграл на партнера. Локтионов, Орлов, Чижиков. Вот здесь неплохо треугольник разыграли «Динамовцы». Но без продвижения. Вот только передача пошла чуть ближе к центральной линии.
И сразу с своей позиции Руслан Нахшев выбросился и вытеснил соперника. Еще одна замена у «Динамо». Под вторым номером Василий Янатовский появился на поле. Еще один мастер с большим футбольным бэкграундом. Можно сказать, легенда томского футбола. И капитанил в Томи, и большое количество матчей провел. Ну и при всем уважении к Мордовии, например, который я в контексте Андрея Пазика, Пазина упомянул. Томи-то, в общем, подольше в премьер-лиге выступала. Хоть и запомнилось скорее не результатами, а проблемами организационными и финансовыми. В общем, так суммарно у нас тут поигравших мастеров-то полно на поле. Так вот я представил динамовцев, а Руслан Нахушев, ничего себе, там Дмитрий Мечков, например, совсем не хуже послужной список имеют в профессиональном футболе. Ну, все это по среднем уровне мастерства и среднем уровне матча вообще говорит. Ну и футбол живой. 21 минута прошла совершенно незаметно, как летит время. Все-таки Интер владеет инициативой и ведет в счете. Но у динамцев будут наверняка возможности для контратак. Вот примерно таких. Но здесь, конечно, важно один в один обыгрывать. Против Нахшева не удалось сейчас сыграть. Алексей Ковалев. Здесь динамцы справляются. Хоть и с трудом. А вот тут Митин очень здорово уходит от двух соперников. Липаткин между ног пробросил мяч. Передачу только неточную отдает. Потом еще от подката Мишина ушел. Локтионов назад играет. Чижиков. Чуть-чуть успокаивают игру динамовца. Им такой сумасшедший темп, пожалуй, менее выгоден. Хотя все относительно. Ильгарян пробрасывает мяч. И Сучилин один на один выходит. Гришин раньше времени падает на газон. И таким финтом простым достаточно его 14 номер Интера уложил. 2-0. Ситуация для «Динамо» становится достаточно тяжелой, но не безнадежной же. Нужно пытаться сейчас до перерыва что-то сделать впереди, что-то создать. Ну а во втором тайме уже на этот базис надстраивать. Понятно, что предопределили все ошибки, но там, где тонко, там и рвется. Обычно в нескольких ситуациях нападающие, ну, футболисты группы нападения Интера не идеально все исполнили, а сейчас получилось удачнее. Григорян, например, очень полезно сыграл в этом отборе. Он у Корнилова выиграл борьбу жесткую и одновременно сумел голевую передачу отдать. Вот сейчас опять Григорян в подыгрыше. Чилин пытался на него же прострелить, и я думаю, что не поспевали динамовские защитники за рывком лучшего бомбардира чемпионата. Он просто пас не прошел. Кадеев из-за боковой. На Григоряна, тот грудью сбрасывает мяч. Мечков.
Здесь просто поля не хватит. Да, мимо Орлова пробежать удалось, конечно, но удар от ворот. Динамовцы, кстати, Интер никогда не обыгрывали. История противостояний, правда, коротенькая. Всего два матча в прошлом сезоне. До этого в Еврокубках не пересекались. Ну а когда Интер перешел на север, какой опасный удар. Сейчас неплохо было. Прямо по центру. Батыгин показал, что в игре, что не замерз. Опять же, Григорян цепляется направо, Кадееву отдает. Тот штрафную простреливает, и Чижиков мяч даже не выносит, а задирает над штрафной, пытаясь вынести. Вот сейчас может опять атака сходу получиться. Побыстрее нужно, правда, динамовцам ее развивать. Хороший удар Митина, и опять совсем чуть-чуть не хватает точности полузащитнику. Мяч рядом со штангой проходит, но все-таки рядом примерно в метре, наверное, вот так. У Интера замены. Григорян уходит, или Паткин уходит. Вместо защитника Владимир Колесников под 74-м номером. И вместо нападающего под 33-м Пауло Силва. Также известный как Кака. Нечастый гость на матчах Интера. Ну вот, сегодня приехал и свои несколько минут получил. Мишин. И Чижиков на желтую карточку фолит. Ну, совсем не в мяч. Андрей Тынян из Бровки комментирует этот эпизод. Ему, конечно, ближе было видно, но вот с моей позиции, ну, фол-то жестковатый, грубоватый даже. Так вот, пока штрафной Интер готовится разыграть, скажу, что в прошлом году Интер дважды был сильнее в чемпионате, 2-1 и 4-2. На Разуре победу одержали над динамовцами. И пока все идет к тому, что эта серия продлится. Орлов вперед играет на Леоновой вертикальной передаче. И тот здорово зацепился, но подача высоковата. И пробить с нее было нельзя, если бы только Локтионову удалось зацепиться и какую-то скидку выполнить. Может быть. Ну, едва ли Митин задумывал так. Подталкивал сейчас Голышев Мечкова. Подталкивал. Центральный полузащитник Интера выиграл позицию. И на шаг быстрее был. Ну, вряд ли будет Нахушев бить с этой позиции, с этой дистанции. Хотя разбегается так угрожающе. Ну-ка. А бьет ведь? Бьет. И Гришин мяч не фиксирует. Кадеев прострел вдоль ворот. Справляются защитники. Ну, Янатовский, точнее, там оказался на позиции защитника. Леонов. Ну вот момент. Сейчас можно обыгрывать. Митин, по-моему, далековато убежал. И Нахушев успевает здесь чисто мяч отобрать. Да еще и начать атаку своей команды. Мечков, длинная передача в направлении Мишина. Здесь успел Янатовский вернуться, но тут же следует еще одна потеря. И Кака завершает эту атаку ударом с левой ноги. Не точно. Успокаиваться нужно динамовцам. Пока мяч не держится совсем. А без этого не получится и в атаке что-то интересное создать. Что-то понятное, по крайней мере, предсказуемое для партнеров. Прессинг Интера
пока позволяет команде постоянно быть с мячом. Ну а в контроле на разуре соперника превосходит. Еще одна шикарная атака, в штангу мяч попадает после удара Кадеева. Гришин уже просто зрителем был в этой ситуации. Тридцать секунд до перерыва. Динамовцы с мячом. И вот сейчас может что-то получиться. Опасно бьет Валерий Леонов. Опасно, но не точно. Отклеился от Нахушева. Одним касанием мяч укротил, вторым пробил, но Батыгину даже прыгать за этим ударом не пришлось. Вообще вся работа Батыгина. Один удар по центру отразил. И вот так вот весь тайм от ворот выносит. Ну что ж, отдыхать команды отправляются. Динамовцам есть о чем поговорить на скамейке. Для Интера все пока складывается неплохо. Но посмотрим, как оно будет во втором тайме. Отдыхаем, друзья. Ну что ж, команда на поле. Все готово к началу второго тайма. Арбитры подтягиваются. Владимир Коржевский сейчас даст сигнал к возобновлению игры. Ну а резервный арбитр Игорь Елисеев запустит секундомер на табло. Отправится дальше регулировать работу на заменах с обеих скамеек. Ну и успокаивать тренеров, если придется. Пока, в общем, нерв игры на таком среднем уровне, я бы сказал, все идет довольно буднично. Потому что динамовцы, в принципе, понимают, что уступают они по делу и достаточно значительно именно по игре. Поэтому здесь только нюансами какие-то. Ну, пожалуйста, как легко сейчас все разыграно. Мячков отдает голевую передачу. Григорян забивает третий мяч. И в самом начале второго тайма Интер увеличивает преимущество. Не скажу, пока снимают все вопросы относительно победителя, но особенных предпосылок для камбэка пока не видно. Вот какой уикенд у Нарадзури получается. Победа над Гефестом. Пока с Динамо все складывается неплохо. В общем, я думаю, должны быть довольны футболисты и руководители команды. Интер же в Кубке ЛФЛ совсем никаких проблем с соперниками не испытывает. И мне кажется, что у команды есть определенный голод, нехватка вот таких эмоциональных важных матчей. Сейчас очередная контратака на Радзуре. Григорян против Гришина. Григоряна с линии мяч выносит Чижиков. Интер позволяет себе вот так транжирить моменты, пытаясь разыграть доверного. Но динамовцам не рассыпаться сейчас важно. Мячков. Ой, какой гол шикарный забивает Дмитрий Мячков с острого угла. Примерно метров 7 в дальнюю девятку направляет. Ну, конечно, доволен. Действительно, красивый мяч. И это 4-0. А у Мячкова, между прочим, сегодня 2 гола и голевая передача. В общем, не знаю, о чем думают эти составители символической сборной, если не включат туда Мячкова после этого уикенда.
Ну и вот теперь похоже, что для Динамо все закончено в этом матче. Со счета 4-0 Интер не отпускает. Динамовцы ведь не проигрывали в этом сезоне вообще. И в чемпионате была одна ничья со Стеллой. И в Кубке ЛФЛ были ничьи, были победы, а поражений не было. Так что это фиаско станет первым. Ну вот штрафной. Сейчас тут Голышев зарабатывает, но это для Чижикова. Скорее, тут, правда, сначала Митин мяч поставил, теперь Голышев сейчас его пощупает. Но я думаю, что должен с левой ноги-то все-таки Чижиков пробить. Ну, точка-то его. Голышев, конечно, забивал в прошлом туре. Но и сегодня он уже штрафной один исполнил. А нет. Все-таки уступает Илья Чижиков партнеру. И Голышев неплохо пробил. Там, правда, в расчете на рикошет, наверное, было. Но в скоплении игроков мяч отскочил не туда, куда нужно динамовцам. Тем не менее, угловой удалось выжать. Подача здесь. Николай Лепаткин выше всех. А вообще у Интера более высокорослая команда. Вот сейчас на поле только Рощин и Григорян, скорее так, среднего роста. Что ж, забивают динамовцы. Это Фарафонов удачно пробил. Здесь гол имени Батыгина, потому что должен был голкипер отражать этот мяч. Он как-то под рукой пропустил. 4-1. Ну, что ж, динамовцы на гол-то, наверное, наиграли. Негоже, чтобы лидер чемпионата совсем сухую проигрывал. Но пока это выглядит как эпизод все равно. И тут же момент, и тут же Григорян пятый мяч забивает. Ну вот я говорю, что все это здорово. У динамовцев прошла одна атака, но у Интера таких атак намного больше. И ну сколько секунд? 30, наверное, потребовалось, чтобы восстановить разницу в 4 мяча. Григорян дубль оформляет. Вообще, смотрите, как у Интера получается. Вчера Кадеев дубль оформил. Сегодня Мечков и Григорян по дублю сделали. И все в важных матчах. Не то чтобы там соперниками, которые не претендуют ни на что и просто ждут, когда второй круг начнется, и там уже за выживание будут сражаться. Ну а вообще в отношении первой восьмерки у нас определенная ясность наступила сегодня. Точнее, наступила она, начала наступать вчера, а сегодня наступила окончательно, как знаменитый пес с пятью лапами из романа писателя Пелевина. В общем, для тех, кто не в курсе результатов, скажу, что «Легион» вчера обыграл «Голдшарк» со счетом 4-1. И для команды Александра Седова эта победа была очень важна, потому что все считали очки в оставшихся матчах. Ну так, гипотетические очки. Здесь Мечков выходит к воротам, мог забивать пятый мяч, а забивает шестой, в смысле мяч, а забивает его Григорян. И опять вторым темпом, и Григорян оформляет хет-трик. 6-1 для лидера, это уже стыдно. Но Интер сегодня сильнее во всех аспектах игры. Я думаю, этот матч динамовцы постараются как можно быстрее забыть. 6-1 на 38-й минуте. Еще больше 20 минут играть. Уже 7 забитых мячей мы увидели. Вот у Интера не так давно была победа над Бедой с счетом 13-2. Я не хотел бы сравнивать Динамо и Беду. Ну и настрой, конечно, сегодня у Нарадзури совершенно иной.
Григорян сейчас здорово играет, Рощин. А если на дальнюю штангу, да, здесь свежок. Момент чуть упущенный, поэтому в сетку с внешней стороны только попадает. Так вот, продолжу про ситуацию в середине турнирной таблицы. Все уже начали считать очки, которые гипотетически наберут команды, ну, в соответствии с представлениями большинства зрителей, специалистов о силе команд и раскладах в турнирном смысле. И получалось после этих подсчетов, что Легиону 21 очка может не хватить для того, чтобы в первую восьмерку попасть. Но, по крайней мере, гарантией этот результат не являлся. У «Энергомаша» было 10 баллов, и «Энергомаша» предстояло 4 матча сыграть с «Усайдером». Точнее, 3 сыграть, а в одном получить просто 3 балла за техническую победу. А у «Легиона», в общем-то, так выходило, что помимо 3 очков от «Азимута», еще 3 очка, ну, наверное, «Легион» должен был набрать в игре с МЗКП в последнем туре. Тем более, что к тому моменту МЗКП мог уже и шансов всех лишиться, и немотивированным на матч выйти. В общем, как-то так, поэтому «Легиону» совершенно необходимо было как минимум 1 балл набирать в игре с «Голд Шарк» или с кем-то из лидеров. «Легион», естественно, этот матч, вчерашний матч настроился очень здорово. Там достаточно долго примерно равная игра шла. В начале второго тайма был счет 1-1. Но затем легионеры лучше воспользовались своими шансами. Вообще концовку встречи провели здорово. Выиграли у «Голд Шарк» и таким образом практически обеспечили себе там, на 99% обеспечили себе место первой восьмерки. Ну а сегодня эти шансы еще выросли. Вот, казалось бы, да, с 99% куда они могут еще вырасти, но выросли действительно, потому что «Энергомаш» неожиданно проиграл «Пресне». Таким образом, мы, конечно, верим в чудо, мы верим во всякие сенсации, но получается, что у нас концовка первого круга может пресноватой получиться. И вот такие зарубы лидеров, конечно, ее будут украшать. А этих матчей мы еще несколько увидим. Только ЦДК сыграл со всеми конкурентами. Ну вот гол Чижикова со штрафного. Дали пробить. И Чижиков сразу попытку реализовал. Причем опять Батыгин мяча коснулся, но не отразил удар. 2-6. Не так принципиально, наверное, для «Интера». Отрыв позволяет на подобные вещи философски немножко смотреть. Зеркальная ситуация. Штрафной на половине поля «Динамо». И после удара Нахушева Гришину пришлось под перекладину прыгать. Знаменитый полет шмеля. И опять Гришин здорово сыграл. Сложный мяч вытащил. Еще один удар с летом. Павел Сучилин после подачи Рощина с углового. И у «Интера» много замен сейчас будет. Четверо футболистов на бровке — это как минимум. Но после очередного корнера. Опасная. Мяч пока над штрафной. И штрафной. Удар сейчас, ну, неаккуратно. Неаккуратно сыграл Леонов. Он, пытаясь выбить мяч, Рощина задел ногой. Ну и опять опасно.
На этот раз Рощин бьет, и опять Гришин из девятки мяч тащит. Позволяем счету вырасти до неприличного. Хотя 6 мячей это тоже не очень прилично уже. В высшем обществе получать от формально равного себе соперника. Рощин, Григорян. Назад. Можно растянуть сейчас динамовскую оборону. Пока, видите, мяч так от команды к команде переходит. И все равно у Интера момент возникает. Григорян сейчас отдавал штрафную на Сучилина. Тому чуть-чуть не хватило, чтобы ударить, чтобы протуть мяч мимо Гришина. И теперь динамовцы контратаку разгоняют. И Ковалев в спину передачу отдает Павлу Фарафонову. Понятно, была задумка девятого номера, нужно было давать в разрез, но и Ковалев сыграл в данном эпизоде правильно, потому что уже пас в разрез не проходил. Вот если бы Фарафонов прочувствовал эту ситуацию, притормозил, он бы остался с мячом при относительной свободе, иначе уже половине поля. Ну, как-то так. У Интера много замен произошло. Давайте всех футболистов представлять. Итак, под девятым номером появился Максим Тараненко. Он будет справа действовать. Опять вышел Кака. У него номер 33 на футболке. Алексей Аверьянов номер 12. Он, наверное, на позиции левого полузащитника будет располагаться. Владимир Колесников уже играл. У него номер 74. И кто еще? И Мишин. Мишин на поле вернулся. Номер 23. Таким образом, расстановка сейчас поменялась. Колесников справа, Барани, Мишин слева. В центре Кадеев. А в полузащите Аверьянов, Сучилин и Тараненко. Да. А может быть и нет. Вот Колесников сейчас в центр поля побежал. А Сучилин остался на позиции последнего. Но это не важно. У Интера есть преимущество, есть возможность поэкспериментировать немножко. При этом некоторые футболисты или совсем мало сегодня играли, или не играли вовсе. Не выходил на поле Илья Федоров, Сергей Филин, Денис Калинин. Из тех, кто заявлен. Ну и Артем Ковалев. И так, судя по движению на скамейке Интера, и не собираются они выходить. Так все устраивает. В «Динамо» играли все, кроме запасного голкипера Владимира Корнеева. Ну, я уже говорил, что, в общем, не такой большой выбор у Антона Тимофеева. Сказал я о двух динамовских приобретениях. Фарафонов вот гол забил сегодня. Пазин дебютирует на следующей неделе. У Интера новичков нет. Команда и так хорошо укомплектована. Ну и вот это трансферное окно промежуточное, оно, наверное, сейчас не очень показательно, потому что команды, которые решают медальные задачи, будут укрепляться ближе ко второй части чемпионата, если такое укрепление вообще требуется. А команды, которые еще не гарантировали себе, ну, судьба которых непонятна, не гарантировали место в восьмерке, например, они, естественно, пока под эту задачу приглашать футболистов не могут. Но вот сейчас у «Динамо» хороший момент. Корнилов здорово сыграл на перехвате. Леонов в дальний угол бьет. И вот здесь Батыгин выручает свою команду. Он зацепил мяч рукой. Зацепил, по-моему, нет. Прокатился мяч рядом с перчатками голкипера. Мне показалось, что чуть-чуть подкорректировал. Но если и нет, то в любом случае не позволил... Не допустил отскока, не позволил никому сыграть набивание. Занял правильно позицию. Мяч в ворота вряд ли бы попал. В любом случае, даже если бы шел в створ.
Но здесь хорошо в центре поля динамовцы накрыли соперника, и сразу 4 в 3. В этом матче очень редко удавалось даже после перехватов численное преимущество на чужой половине Белоглобу получить. Тионов сейчас неудачно сыграл. Сразу в прессинг. Колесников спокойно назад. Корнеев на Павла Силу. В общем, Интер играет в удовольствие. Сейчас вот этот состав мог бы быть основным, ну, практически у любой команды лиги. А у Интера это ротация. Мячков, Свежук, Григорян. Баллисты, наверное, безоговорочно основные. Сейчас отдыхают. Ну и, собственно, Мячков с Григоряном 5 из 6 сегодня забили. Поэтому вполне справедливо такое определение. Разделение на основных и не основных игроков. По крайней мере, по этой игре. Аверьянов перепрыгнул Орлова. Мяч прокинул на фланг. Хорошая подача. Ох, как здесь сыграно. И могло бы получиться, будь чуть удачливее, что ли, Максим Тараненко. Он, в принципе, все правильно делал, но проскочил буквально на полшага ту точку, в которую Аверьянов ему передачу отдал. Орлов на чужой половине поля. Направо передача. И поперек ошибка Фарафонова. И здесь Чижикову придется страховать. Придумал и штрафной. По-моему, до линии было нарушение. Но Чижиков проиграл внезапно позицию, хотя имел преимущество. И пришлось ему Верьянова на газон укладывать. 9 минут до конца. Последний гол на Радзуле забили уже 12 минут назад. Поэтому все-таки, наверное, можно сказать, что динамовцы не рассыпались. Но преимущество Интера все равно очень значительное. Не только по счету. Розыгрыш. Удар Кака после скидки Колесникова. Защитники мяч на себя принимают. Кадеев на подборе. Штрафную забрасывает. И Орлов играет головой. От него за лицевую мяч уходит. Алексей Мишин отправляется к угловому флажку. Будет разыгрывать. И опять получается. Здесь Орлов в подкате сыграл здорово. Но у Интера регулярно проходит вот эта комбинация с забеганием на угловом. Григорян-то отсюда бьет частенько. Силу так наступить подошвой, мяч прокатить и улучшить позицию. И Орлов удачно соперника заблокировал. Но вообще опасно было все равно. Замена у динамовцев. Уходит Леонов с поля. Ковалев вместо него. Ну, наверное, сложно выделить какую-то основную причину поражения Динамо в этом матче. На мой взгляд, конечно, сегодня была очевидна кадровая разница. Не в оптимальном сочетании динамовцам с Интером бороться тяжело. Потому что у Интера и замены, и все основные игроки в наличии. И сразу так складываться все стало в пользу Нарадзуля. Я не думаю, что прям была установка обязательно забить быстрый гол и так далее. Но просто планомерно свое преимущество развивали и развили. Ну вот сейчас как красиво. Здесь что? Здесь, во-первых, пенальти.
И Корнилову желтая карточка, да, он рукой мяч остановил, Аверьянов сыграл изящно. Технично пытался перебросить мяч в сетку. И в итоге мяч в сетку попал, но после свистка. Ну и кто будет бить пенальти? Колесников бьет, Гришин тащит. Блестяще играет вратарь «Динамо». Сохраняет счет. Ну и у «Интера» проблемы с пенальти продолжаются. В общем, команда, наверное, одна из самых невезучих при реализации 10-метровых. Сейчас Аверьянов еще и в штангу попадает. Аверьянов против Орлова. Мяч сохраняет. Прострел. Здесь Кака. И ударом Тараненко завершается, но таким не очень сильным. Все-таки сопротивлением бил девятый номер. Локтионов назад. Валев. По флангу рывок совершает. В центр передачи Локтионов. Запутался, по-моему, в собственных ногах. Сыграл неудачно. Аверьянов. Тараненко уже слева. Полусила передача здесь. Стык. Ну и кто? Чижиков сыграет. Афонов. Здорово уходит от соперника. Передачу отдает неточную. Ну и Локтионов выключился из борьбы. В этот момент уже не готов был к пасу. А я слышу, что на скамейке Интера уже обсуждают, что лучше гол засчитывать, не давать команде бить пенальти. Смешно. Митин. Дальний удар. 6-3. Более или менее приличным счет для «Динамо» становится. Но все равно. Все равно. Разрыв большой. А с другой стороны, вот сейчас забьет «Динамо» еще гол. И потом посмотрит какой-нибудь зритель на результат. 6-4, скажет. Голевая перестрелка, упорная борьба. По игре-то борьбы не было, в общем-то. Первый тайм «Интер» выиграл 2-0. А второй пока выигрывает 4-3. Здесь фол не фиксирует арбитр. Момент у Мишина. И в дальний угол он не попадает. Две штанги было у «Интера» не реализованы, пенальти. В общем, конечно, на «Радзуле» наиграли на побольше забитых мячей. У «Динамовцев» еще момента вспомнить сложно. Ну вот что радует, что характер все-таки свой проявляет. Команда пытается играть, как бы там матч не складывался. Пытается играть, забивать. Все это задел на будущее. Нужно учиться держать удар. Нужно находить взаимопонимание с партнерами. А там потом, может быть, когда им все иначе сложится. Аверьянов сейчас обгоняет Орлова. Здесь момент будет у Мишина. Он не бьет. Здесь скака играет. Интер уже
мудрит чересчур, мне кажется. Перед штрафной за 2 минуты до конца это можно, конечно, с одной стороны, с другой можно бы и забить. Вот. Кто там? Артем Ковалев, по-моему, на поле появляется. На последние 2 минуты. Чтобы подвигаться. Ветеран команды. По-прежнему лучший ее бомбардир в истории. Вот Орлов точную передачу отдает. Концовку матча. Вообще не часто такое увидишь. По крайней мере, короткие передачи почти со 100% точностью отдает капитан «Динамо». Но и, наверное, тоже подустал чуть-чуть. Вот и Чижиков, видите, ошибается в простой ситуации. Тараненко бросает вперед Кака. Там чуть скорости не хватает. Ну вот сейчас, мне кажется, что команду уже доигрывают. В принципе, может быть, какие-то были локальные задачи. Там у «Динамо» забить, например, сократить чуть разрыв. Но сейчас «Интер» уже так спокойно относится к оставшимся минутам. И «Динамовцы» уже вперед большими силами не идут. Здесь штрафной Ковалев подсел под Кадеева. Колесников налево играет. Ну и можно просто держать мяч сейчас последние секунды. Вряд ли Владимир Каржевский что-то будет добавлять. Все верно, ничего и не добавляет. 6-3. Интер выигрывает. У «Динамо» наносит бело-голубым первое поражение в сезоне. Но, как я и говорил в начале трансляции, все остаются на своих местах. «Динамо» на первой строчке турнирной таблицы. «Интер» на третьей, догоняя армейцев. Теперь, кстати, наверху очень плотно все. В одном балле три команды находятся. Но насколько это важно, расскажут только сами футболисты, ну или судить вам, дорогие зрители. Футбол мы посмотрели, наверное, достаточно интересный, но я не думаю, что такие матчи мы увидим во втором круге, когда команды уже начнут бороться непосредственно за медали. Что ж, будем прощаться, друзья. Для вас работал Кирилл Разумовский. Увидимся здесь, на полях Северной лиги, на следующей неделе.